Ты с пандажа сила руков, пару слов, что можете Стой сказать? Очень удобный, хорошо в руке лежит. Не скользкий, ничего, не такой прям, то что сильный есть. Ну, у меня есть посильнее. Тут расстояние между ручками хорошее, и покрытие, пружина покрыта цинком, очень-очень. В целом, чтобы не ржавел. Хорошие снаряды. Я говорю, как бы, это новый вид спорта, но, думаю, и в таких, как бы, видах спорта, которые более развиты, будут брать на вооружение, чтобы подготавливаться. Тренируется сила хвата, именно чистая сила связок, которые с годами крепнут. Борцам очень. Я думаю, мы до боксеров дойдем, так как им нужен хороший удар. Профессионалы давно взяли вооружение, в том числе, я думаю, наш Геннадий Головкин, он тренирует связки, у него очень мощный хват. У него такие прям руки, как будто он тренирует именно сухожилия, а это влияет на силу удара реально. Вот. Давай. О, хорошо. Ну, теперь опробовали. Новый снаряд, русская рулетка называется, 60 миллиметров. Пару слов, что можете сказать? Ну, тоже очень такой специфическая работа идет. Думаю, можно как-то это в тренировочный процесс включать. В принципе, наверное, всем видам спорта, потому что действительно нагружается. Ну, вот те предплечья. Мышцы, которые именно, да, предплечья работают хорошо. Вот снаряда сила руков, вот русская рулетка, покажем. Он изготовлен полностью из хорошего металла, покрыт специальным порошковым покрытием, краской. То есть это вечный снаряд, можно сказать, и он всегда будет как новый. Ручка вращается, тем самым нагружается предплечье, сдавливающий хват. Вот. Можно? О, хорошо. Ну, пару слов, что можете сказать о снаряде русских. Думаю, во многих видах спорта он может как бы таким для подготовки пальцев, наверное, кистей. Будем брать тоже на вооружение дзюдо. Понравился, да? Нагружается рука? Да, именно пальцы работают. У нас тоже для дзюдоистов очень важно в основном работа на пальцах, на кистях идет. Как раз вот искал, думал ли пойти к этим скалолазам, но думаю, можно будет в зале тоже взять. Спасибо.